от страсти извозчика и голоса прачки невзрачный детеныш на свет вытек. Мальчик не мусор, не вывезешь на тачке. Мать поплакала и назвала его критик. За фотофест. Здесь собрался свет, да, цвет и запах российской и украинской фотографии. Я тебе говорю, напротив. После Москвы и 50 килограмм красной икры, конечно, все стесняются подойти к столу. Famous photographer from Ukraine. This is Boris Mikhailov and Luriki. Very good. Вчера день был хороший, но скучный. А что написано Булыгина? Да нет, та, наверное. В общем, в любом случае приготовили на Булыгина, мы очень любим фотографии. Мы группа Шино, наши фанаты. Дорогой Сергей Осмачевич, мы все знаем. Вы, конечно, извините, но... Ваши работы полная говна. Нет, ну почему такое было? Это, конечно, отлично. Love it. We love it. You want to buy it? Are you recording us? Ukrainian. Okay. Roman Mikhailyuk здесь отличился. Красная символизирует, конечно же, Советский Союз. Валера, Наталья, я хочу передать вам привет. У вас лучшая экспозиция на этой выставке. Супер, спасибо. Are they for sale, the pictures in the exhibition? Can I buy one? Very good. Так, ну что, ну педана продадим. Михаил, 750 баксов. 750 баксов. Так, пятковку. За сколько пятковку? Роман, извините, но только 200. 200. 200. $200. Так что, за сколько, Борис, мы продадим? Борис Андреевич, извините, пожалуйста, но на вас можно и полторы. Если пол экспозиции. Художников, то получается, что поехал в главный город. Роман Пятковка, молодец. А сейчас мы находимся у стенда знаменитого теоретика фотографии Александра Лапенко. Здесь очень много семиотики. Здесь семиотика, а там семиотика. Вот наконец Шило выбралась на ночной стрит. Какой даунтаун? Нам идти надо, не знаешь, сколько это всего? Мы ходили там, где было открыто. Мы получаем огромную поддержку со стороны русской делегации. Мы стоим тут, пьем кока-колу. А Евгений Яковлевич торгует фотографиями группы Шило. Шило поняла, что немножечко продешевила с фотками. Я узнал, что у меня есть огромная семья.
поле каждый колосок. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Вот это недавно, кстати, я работу продал за 466 тысяч долларов. Здесь в чем фишка? Ведь все сходится, но не еврей. И вот загвоздка, почему? Это группа Шила. Стоп, крупный план, стоп, снято.